Так, это готовится свечка, одна из чисток. Фиксирую сразу тебе. Потом будет лоджик паучек, больше это первая чистка, первый слой снимаю. Такая вообще больше. Здесь можжевельники, ель, синеголовик критский, синеголовик мордовника, просто обычный синеголовик чистотел. От всяких прилепок тут шурепка, три вида полыни. Тамариск попросился, бессмертник песчаный, девисил. Этот для победы цикорий. Не в цветах, в стеблях. Потом болиголов. Для ускорения работы кора поповнее, еще будет древесина здесь. Сейчас накрашу. Как всегда, что-то я забыла. Стопудово. Чистотел назвала, наверное. Тополь здесь есть. Но что-то я забыла. Каждый раз, думаю, надо сразу снимать. Ну, насыпать и сразу снимать. Или сыпать и за... Я же в потоке делала. Лаванда. Вот она мне тут и вкручена. И есть пару стеблей где-то здесь с листиками. Я вспоминаю, просто подбегала еще, собирала, когда в потоке шло, что еще надо. Так, это начало. Тут еще соль есть, кстати, полынная соль. Здесь есть черный воск. Я сейчас еще буду добавлять тибетских свечей с тибетскими травами. Чистка мантрами заодно будет. Что-то еще вспомню, скажу потом. А, кора, древесину павловни сейчас сюда накрашу, еще добавлю соли, лавра, еще нескольких трав, уже не буду их добавлять, и тибетских трав еще добавлю.